мигать люблю. Когда маленькая Настя будет гулять во дворе, мама больше не будет бояться, что дочь ненароком выбежит на дорогу. Детскую площадку отделяют от проезжей части. Нам сейчас будут делать ограждение. Это важно, чтобы была безопасная среда для игры детей. Жителям не пришлось обивать пороги множества инстанций и собирать бесконечные подписи. Одного собрания с представителями общественного совета микрорайона оказалось достаточно, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, и во дворе дома 322 по проспекту Кирова появилось ограждение и безопасная детская площадка. Мы им рассказали свои нужды, и вот одну из нужд они взяли на заметку. Уже все делается, уже все сделано. В планах жителей продолжить сотрудничать с общественным советом. Здесь уже появилось новое освещение. Постепенно, надеются жители, люди перестанут мусорить. Люди уже приходят на наши площадки и говорят, что здесь детская площадка, нельзя ни пить, ни курить. И у нас уже чище. Я довольна. Единственное, чего не хватает, нам нужны деревья. Оградить дом от шума и пыли. В ближайших планах – благоустройство детской площадки. Общественный совет планирует установить здесь футбольные ворота и сделать тротуарные дорожки. Вместе только с жильцами, с общественным советом микрорайоном, с командой губернатора мы можем благоустроить дворовую территорию, делать жизнь лучше и созидать уже конкретными делами. Жители этого дома – настоящие активисты, готовые дальше участвовать в жизни своего двора. Вместе с властью определять, на что прежде всего стоит обратить внимание. Люди, которым не безразлична судьба Самары, войдут в команду созидания. Им предстоит продолжить общее дело благоустройства города. Дарья Трофимова, Константин Головин. События.